Привет! Вы находитесь на канале Олдачман. С вами я, Владимир Казарчук, и сегодня мы с вами рассмотрим правильный боковой удар, технику правильного бокового удара, такого, чтобы свалить вашего противника сразу в нокаут. Очень много и очень долго я видел на тренировках, и когда нам преподавали, и другие, когда преподавали карате или самооборону, их ошибка в том, что они, ставя человека в позицию кибодача, работают или, не двигая корпус, работают ударом вперед или вот так вот, не включая все тело в удар. Это большая ошибка. И я удивлялся тому, что как можно таким вот простым ударом за счет только поворота плеча действительно нанести сокрушительное поражение своему противнику. После того, когда я встретился с боксерами, после того, когда я с ними поговорил, обменялись опытом, так скажем, мне показали правильную технику бокового удара. То есть, когда вы не просто стоите в стойке и работаете с поворотом корпуса, включая его буквально процентов на 30, вы стоите, допустим, в левосторонней стойке, когда у вас левая нога находится сзади, правая впереди, и вы наносите боковой удар вашему противнику, включая весь корпус в работу. То есть удар, как говорят многие, как они любят говорить, идет от ноги, от пятки, переходя через весь корпус, вкладывая силу в кулак. То есть вы разворачиваете именно весь корпус вперед, включая всю силу. Неважно, будете вы бить вот так или будете бить вот так. Кому как удобно, кому как позволяет его физподготовка, кому как позволяет его опыт или как советует его опыт. Главное, чтобы в работу включался весь корпус сразу. Не просто вот так вот глупо стоять и как на тренировке работать по макеваре. Да, мы отрабатываем обычный удар, мы отрабатываем его траекторию, мы отрабатываем динамику движения руки, но мы не отрабатываем сам удар, когда его нужно будет применить. В этом проблема не только обычных традиционщиков, в этом проблема, к примеру, тех же доморощенных динозавров диванного спецназа, которые время от времени забегают ко мне на канал и говорят, увидев в одном из видео, где я просто отрабатываю, допустим, прямой удар ногой Майегери по стене или по батуту, пока ты будешь отрабатывать этот удар, тебе прилетит дважды, и ты уйдешь в нокаут. Вопрос. Ты вообще что пришел-то? Ты вообще что ты сказал? Хоть понял? Тебе показывают отработку удара Майегери, а не работу с этим ударом против боксера или еще против кого-то. Прежде чем такую чушь писать, подумайте, ребята, хотите ли вы, чтобы над вами смеялись или нет. Так вот, не отрабатывать вот так вот удар в легкую или с поворотом корпуса. Становимся в удобную боевую позицию и работаем всем телом. Вот, улетело. Включая весь корпус в наш удар. Только так вы научитесь действительно правильно бить, быстро бить и эффективно бить. Тренируйтесь, да будет вам сила, да будет вам здоровье, успех и всего вам классного. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. С вами был я, Владимир Казарчук, автор канала Олдачман. Всем пока!